Российский завод, где делают автомобили Hyundai и Kia, принял на производство рестайлинговый хэтчбэк Kia Rio. До этого он назывался Rio X-Line, но теперь название укорочено до Rio X. Модернизированную пятидверку легко опознать по измененным фарам, увеличенной решетке и подретушированному обвесу. На корме укрупнились ставки, имитирующие воздуховоды, а в центре бампера прописался противотуманный фонарь. Салон обещают рассекретить буквально на днях. Но понятно, что список обновок будет точно таким же, что и у седана. Это другая медиасистема и подправленные приборы. Продолжая тему российской сборки. Как известно, Peugeot вскоре наладит выпуск фургонов-партнер на своем заводе под Калугой. У нас будут делать не новое поколение французских каблучков, а предыдущее. Об этом проекте известно немного. К местному производству сейчас готовят только грузовую модификацию, но в двух версиях – короткой и длинной. Также объявлено, что машина будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами. А еще, как стало известно телеканалу «Автоплюс», французы изучают возможность локализации одного из этих двигателей. По нашей информации, собирать хотят дизельный агрегат отдачи 90 сил. Правда, финальное решение пока не принято. Сам выбор мотора вполне логичен, ведь его ставят не только на партнер, но и на более крупные фургоны Peugeot Expert и Citroën Jumpy, а также их пассажирские вариации. Поэтому суммарно может набраться должный объем потребителей. О российском производстве Chery Tiggo 4 речи пока не идет. К нам привозят только кроссоверы китайского происхождения. А там уже делают рестайлинговый вариант этой модели, который, судя по сертификационным документам, вскоре прибудет и в наши края. Изменений набралось достаточно много. Внешне четверка стала напоминать старшие модели, а внутри полностью отказалась от старого салона. Сенсорное управление микроклиматом, более удобные сидения и большой тачскрин медиасистемы – тоже итоги внезапного обновления. А вот техническая начинка сохранится. В России обновленный Chery должен дебютировать до конца года. Скорее всего, кроссовер выведут под именем Tiggo 4 Pro, хотя также припасены названия 4S и 4T.